Всем привет, ребят. Ну что, давно я вам пытался записать видосик по волнам, особенно как я проходил волну АИ, последнюю волну. Многие ее до сих пор не могут пройти. У меня тоже, как видите, расстановки нет. У меня была проблема с волной АН. Я ее, в принципе, затащил, и волна АИ проходится тоже очень легко. Долго я, конечно, мучился, но, в принципе, это вот получилось, и ничего сложного нет. В общем, в чем суть? Ставите в центре ворожая. Ну, я так у себя проходил, я надеюсь, сейчас не будет у меня нокс глючить. И ставите по краям, желательно по одному герою. Сейчас мы героев тоже определим, выберем, потому что у меня с битвы гильдии все. Так, сюда одного. Желательно, чтобы было воодушевление, потому что без воодушки, конечно, немножко проблемно. Не надо никакую там заморачиваться расту выставлять. Так, ладно, этого тоже здесь поставим. Вот, допустим, вот так вот у нас будет. Так, тут у нас будет Лазуликс. Ставим ему воодушевление. Один готов. Тут у нас будет огник. На огника, в принципе, можно другого огника возьмем, вот этого. В чем суть? У многих проблемы сливают здания. То есть это основная проблема, что они все сливаются, у меня даже забора здесь нет. Я начал мудрить, что же придумать. Ну и, конечно, спасает, конечно, воодушевление. Так. Тут вместо Ронина мы поставим Анубиса. Так, тут у нас будет в центре ворожея ставим. Так, вместо стрелка, я уже даже не помню, кого я там брал. Фрейка у меня, по-моему, была. Да, была Фрейка. Или Бугиман. Ладно, пусть будет Фрейя. Вот такая вот Фрейя. Рунами поставим оживу. Так, тут у нас будет Хрон с воодушевлением рунами. Ну, кто-то может и качнул талантом, но лучше все-таки рунами. Так, есть. Поставим на него, пусть будет матчбокс. Так, и ворожай. То же самое, ставим воодушевление. Ну, вроде как бы все. Вот такой вот составщик, я там показывал, у меня были баги, это были баги из-за Нокса. Я, в принципе, очень быстро затащил. Вот как видите, они фактически не бьют здания, в чем и плюс. Многие видели на первых волнах, там сливаются. Вот вторая волна, у меня половина зданий осталась. Сейчас будет следующее. У меня, к сожалению, нету смотрителя. Вот третья. Я надеюсь, сейчас не заглючит, как в прошлый раз.
Четвертая волна, но у меня слили Анубиса, к сожалению. Но четыре волны я уже прошел. Вот пятая волна пошла. Не знаю, смогу я, не смогу затащить ее. В принципе. Вот, ребят, с первого раза фактически. Так, у нас там огник остался. Все. Волна и пройдена. То, о чем я вам говорил, то, что я вам хотел показать. То есть... С одного раза я при такой вот расстановочке, у меня нету еще одного лагеря, просто зафармил. Да, вам нужно иметь воодушевление на хранителя, воодушевление на ворожея желательно и на Анубиса. Это три воодушки. В других героях можно там поменять, поставить стрелка. То есть вариации разные есть, но я вам просто показал таким составом. Иметь, конечно же, живы желательно. Поехали, еще один заходик. Попробуем просто пройти без юнита. Можно сюда в такой вот расте можно брать Фрею. Она тут реально будет помогать. Ну, все зависит от того, конечно же, откуда зайдет. Ну и плюс можно собрать подсмотрителя еще героя. Но, как видите, уже вторая волна, и у меня немножко больше слили зданий, чем нужно. Третье. Ну, сейчас, наверное, у нас, да, здание, скорее всего, разобьют. Нет, не успели. Ну, одно здание осталось, до пятой дошли. То есть основное тут должны быть у вас юниты. Если у вас юнитов нету, у вас быстрее разобьют здание. В принципе, ничего сложного. Давайте еще разок с юнитами. То есть там попыток 10-20, и если у вас хорошие прокачки, вы затащите. Я тоже мучился, в принципе. Многие там пишут, вот у тебя топовые прокачки. Вам ничего не мешает то же самое сделать. Если мешает, ловите удачу. Можно прийти любую волну при определенных героях и определенных талантах и рунах. Я как бы вам показываю вариации, вы уже дальше подбираете сами под своих героев, потому что... У каждого разные прокачки, и под каждого показать это нереально. Но такая вот раста, самый простой способ фармануть эту волну, не заморачиваясь. Так, окей. В чем плюс? У вас хранитель дает баф на Анубиса, Анубис включается сам по себе, Афина, в принципе, здесь не нужна, тыква тоже здесь не нужна. И вы всех сливаете. Да, там вы не получите топовый результат, там... Как выставляю там угольные расстановки, оно нафиг не надо. Самое главное вот зафармить. Многие донаты не могут зафармить, потому что здания разбивают. Я, в принципе, показал вам вариант. Давайте еще третий разок. Посмотрим. Можно собрать смотрителя, будет все намного быстрее. Ну, давайте без ускорялки. Как видите, здесь реально, чем Фрея в плюсе, то, что она шатает Некроса. Это всегда была проблема. Некрос нормально разбивал здание. Ну и юниты, как видите, у нас вот сейчас только хлоп. И все. Вторая волна. И как видите, у меня юниты есть и здания больше. То есть по сравнению с предыдущими... Еще есть вариант поиграться, поставить там разное воодушевление. Тоже, в принципе, как вариант подобрать, чтобы Анубис включался там с бафом, либо включался чаще. Ну, то есть вариаций разных очень много. Вот видите, до пятой волны мы доходим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я не дай добить, ну, видите... Не успели убить, хотя у меня он целый ряд стоит сейчас. Так, ну пробуем. Тут все, конечно, зависит от удачи. Сейчас огник не туда пойдет. Да, видите, ушатали все-таки. Ну, то есть вариант до пятой волны, если вы до пятой волны уже доходите там каждый раз, вариант того, что вы пройдете, там шанс на успех свыше 50%. То есть ничего сложного нет. Поставили питомцев на отхил, поставили героев. Да, у меня тут есть девятая, можно с восьмым. В принципе, все проходится и так налегке, и не с топовыми талантами. Самое главное,
выставить плюс-минус где-то так, в центре можете поставить у многих 5 казарм, то это будет еще проще. У меня здесь 4, я не достраиваю здания, у меня здесь не все здания, и у меня нет забора. Можно поставить забор, это будет дополнительно мешать. То есть такой вот вариант, в принципе, самый оптимальный для прохождения. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.